Тинькофф. Образовался кружок Тинькофф Generation, в котором мы учим детей разного возраста и разных уровней спортивному программированию и в целом тому, как использовать и применять алгоритмы. Перед 11 классом я отчетливо понимал, что я очень хочу попасть сюда в как можно более старшую параллель, потому что кружок Тинькофф на данный момент — это лучший способ изучить спортивное программирование. С таким большим объемом и с таким хорошим качеством знаний аналогов Тинькофф поколения нет. Главное преимущество участия в олимпиадах это прокачивание навыков. Они потом пригождаются не только в рамках школы, но и потом за ее пределами в университете, да и даже на работе они могут пригождаться. Участие в олимпиадах дает школьникам шанс поступить в вуз без каких-либо вступительных испытаний, либо же засчитать результат олимпиады как 100 баллов за ЕГЭ. Даже если человек не смог взять определенную степень призерства на олимпиадах, не получил от этого преференции при поступлении в вуз, он все равно познакомился с людьми, он что-то выучил, и это даст ему определенный буст в дальнейшем. В этом году я получила стипендию Тинькофф за академические достижения. Если ученик выпустился из школы и уже поступил в университет, то Тинькофф все равно может продолжать его поддерживать, если ученик этого хочет. Например, это может проявляться в стажировках, в стипендиях и в других образовательных программах, которые применяются для студентов вузов. Тинькофф молодцы, потому что они действительно вложили очень много ресурсов и получилось создать такой кружок, который сейчас охватывает всю Россию, и очень много школьников занимаются у нас и получают знания самого высокого уровня. На нашем кружке занимается какое-то невероятное количество нынешних призеров и победителей Всероссийской олимпиады, но не только из Москвы, из всех регионов. У нас есть онлайн-кружки, есть офлайн-кружки, но это позволило детям из многих регионов подключаться к нам онлайн, получать те знания, которые раньше им были недоступны. Когда я говорю это моим одноклассникам, некоторые представляют это просто как писать какой-то код, хотя на самом деле это не просто, не только ты пишешь код, но ты придумываешь, как решать, ты придумываешь идею решения. Тут это все в одном. Это и олимпиада математика одновременно, это и написать код. Из-за того, что ты чувствуешь, что ты занимаешься некоторым спортом, ты очень хорошо видишь свой прогресс, ты видишь, как ты там написал задачу, ты тут же ее сдал, получил какой-то фидбэк. Ты, может быть, не замечаешь то, что ты вот сейчас очень много изучал математику, вот. В реальности ты бы, наверное, этим не стал заниматься, но из-за того, что это было в таком очень интересном формате, ты этим занимался. Вот. Кружок Тинькофф поколения — это место, где мы встречаемся со своими друзьями, людьми, которые тоже заинтересованы в этом. Олимпиада движения помогает найти единомышленников, когда школьники ездят в разные лагеря, чтобы тренироваться. Они сейчас находят друзей, которым тоже нравится заниматься олимпиадами, и некоторые эти друзья потом остаются на долгое время с ними. Тинькофф кружок поколения — это успех, драйв и хорошие люди.